года, и мир забыл, что Корлеоне раньше папой Карло был. Буратино, сынок, у тебя что, проблемы? Да, папа, интимного характера. Я ж тебе специально оставлял сучок. Ты понимаешь, какая штука? У Артемона резались зубы, ну и вот... Понятно, бывает. Сынок, я тебе даю 5 деноминированных золотых и отправляю в медицинский кооператив «Поле чудес». «Поле чудес» на сцену. Позвольте вам представить наших замечательных специалистов. Учитель Федорова, Филатова и Гельмгольца, профессор Базилио. Что, Буратино, не видишь ни хрена? Не вижу. Ничего, хрен увидишь. А это наш знаменитый психиатр, профессор Пьеро. Да, я известный психиатр, профессор. А начинал ведь, как и ты, Буратино, с простого пациента психиатрической клиники. А это наш замечательный ведущий специалист, герудолог, академик Дуримар. Отсасываю любую, оттягиваю любую болезнь пиявками. Мальвина, теперь у тебя все будет хорошо. Пока болезней множество вокруг, печалиться не следует, мой друг. Какое небо голубое! Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. С клиентом нам не нужен нож, с него таблеточку пихнешь и делай с ним что хочешь. Пока по свету бродит пациент, лечи его, не упускай момент. Какое небо голубое, небо голубое. Мы не сторонники разбоя, нам на него не нужен нож, его инъекцию воткнешь и денег сколько хочешь. Пока богатых много, Буратин, нам в кооперативе кайф один. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя, на Буратин не нужно.
нужен нож, ты в него таблеточку впихнешь, потом инъекцию воткнешь, потом немного потрясешь и выдрессишь, что хочешь. Буратино, теперь у тебя все будет замечательно. Отправляйтесь с Мальвиной. У тебя все получится. Уролог, заглядывая в Буратино в штанишки, говорит: «Батенька, это у вас караед». Второй вариант. Ну и что здесь нормального? Все осталось по-прежнему. Никаких детей не будет. А вы еще не видели нашего главного специалиста. Урорал, уролог, сексопатолог, профессор Торчила. Завтра Камасу. Что, Буратино, не можешь? Нет. Заставим. Что, Буратино, не хочешь? Нет. Научим. Необходима спокойная обстановка, свечи шампанское, эротическая музыка. Мальвина крепко держит двумя руками, а ты в это время работаешь. Что держит? Чем работаю? А как ты сам появился на свет? Ну, это, папа Карло стругал. Стругал. Из полена вытесал. Я сторонница старинных консервативных методов. Как ты появился на свет, так появятся и твои дети. Стругач? Вот тебе, Мальвина, полено. Вот тебе, Буратино, топор. Работайте, Мальвина. Двумя руками работайте. Да. Мальвина, ты держишь? Держу. А Буратино работает. Все на сцену к счастливому финалу. Прошу за сцену, это еще не конец. Сейчас будет гимн российской медицине и рассказ о...